Применяется ли генетическое обследование пациента как маркеры прогрессирования гиперплазии предстательной железы? Нет, мы такие исследования не делали. И, в общем-то, честно говоря, я не знаю такие лаборатории, которые бы проводили такое обследование, ну, во всяком случае, в Москве. И, честно говоря, я пока не готов ответить, что есть какие-то достоверные сведения, которые бы сказали о значении генетических каких-то маркеров прогрессирования гиперплазии. Входит ли стандарт диагностики гиперплазии предстательной железы биопсии простаты с целью исключения рака предстательной железы? Но у тех пациентов, у которых имеется повышение уровня простатического специфического антигена, вы можете опять-таки предложить пациенту или должны предложить пациенту биопсию предстательной железы. Наверное, я бы еще тут оговорился в тех случаях, когда вы понимаете, что эта биопсия необходима для того, чтобы этому пациенту проводить лечение. Я имею в виду вот какие ситуации. Хорошо, у пациента PSA, предположим, там чуть больше 4, там, да, ему 85 лет. Кто-то взял, ему назначил определение уровня простатического специфического антигена. Надо этому пациенту делать биопсию предстательной железы? Для чего? Что дальше мы опять-таки будем с этим пациентом делать с точки зрения лечения? Поэтому, когда, безусловно, наш последующие действия наши будут зависеть от того, как бы, какое заболевание у этого больного, то необходимо делать биопсию. Как часто гиперплазия предстательной железы сочетается с раком предстательной железы? Но опять-таки вопрос такой, может быть, несколько философский, Дмитрий. Почему? Потому что, ну, я бы, наверное, сказал о том, что по данным морфологических исследований у людей старше 50 лет, которые погибли в автокатастрофах, рак предстательной железы был диагностирован у 40% этих мужчин. Опять-таки, когда мы ориентируемся вроде бы на уровень простатического специфического антигена, известно, что у мужчин с уровнем PSA нормальным рак предстательной железы был диагностирован, то есть меньше 4, был диагностирован у 25% этих мужчин. То есть вот сказать, как часто сочетается аденома и рак предстательной железы, тут я бы сказал так, что я, наверное, не представляю больного, у которого есть рак предстательной железы, но нет аденомы. То есть практически всегда у больного, у которого есть рак предстательной железы, есть гиперпластические процессы в предстательной железе. При этом, опять-таки, мы понимаем, что есть больные, у которых есть аденома, но нет рака. Сочетание, на мой взгляд, очень высокое. По вот морфологическим данным, это может быть порядка 50-60% мужчин. И здесь возникает следующий вопрос. Насколько мы должны всех этих пациентов лечить агрессивно? Безопасна ли медикаментозная терапия симптомов нижних мочевых путей в отношении развития эректильной дисфункции? Ну, опять-таки, смотря какое лечение вы проводите по поводу расстройств мочеиспускания. Если мы ведем разговор, например, об альфа-блокаторах, то это редкое осложнение эректильной дисфункции у этой категории больных. Если мы ведем разговор о растительных препаратах, то опять-таки это крайне редкое осложнение. Может быть, чуть чаще это бывает у тех пациентов, которые получают ингибиторы 5-альфа-редуктазы в комбинации или в качестве монотерапии. Но опять-таки это порядка 6-8% пациентов. То есть это, в общем-то, небольшое очень количество пациентов, у которых на фоне медикаментозной терапии даже ингибиторами 5-альфа-редуктазы могут возникать нарушения эректильной функции. Препараты из группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5, наоборот, они, ну, грубо говоря, помогают в нормализации нарушенной эректильной функции. Поэтому тут, наверное, опять-таки зависит от того, какую терапию вы выбираете.
Опять-таки, всегда можно что-то изменить в этой терапии. Вообще, на мой взгляд, медикаментозная терапия – это такой процесс творческий, когда ты должен, в общем-то, выбрать и найти то оптимальное лечение, которое для этого больного необходимо. В недавней научной публикации были представлены успешные результаты проспективного исследования, в котором пациентам амбулаторно проводилась инокуляция предстательной железы гольмиевым лазером. Как вы считаете, возможно ли лечение гиперплазии предстательной железы амбулаторно? Я думаю, что безусловно такое. Вы имеете в виду оперативное лечение? Ну, во-первых, профессор Мартов в своем выступлении говорил о новых малоинвазивных технологиях, таких как, скажем, Уралифт. Это технология, которая проводится амбулаторно. Есть стационары одного дня, в которых, например, лазерная вапоризация может осуществляться амбулаторно. Я думаю, и осуществляется. Я думаю, что лазерная энукляция, она опять-таки может осуществляться амбулаторно. Ну, что значит амбулаторно? Я бы сказал, как стационар одного дня. Вот. Я думаю, что это возможно. Вопрос в том, наверное, что, ну, надо, наверное, все-таки понимать, кому и как, потому что, наверное, есть больные, у которых есть риск кровотечения, есть пациенты с большими по объему железами, есть пациенты, у которых не все проходит легко во время вапоризации или во время инукляции, поэтому вряд ли вы такого пациента отпустите домой. Принципиально какие-то больные, да, безусловно, они, наверное, могут быть оперированы амбулаторно. Скажите, пожалуйста, какое место в хирургическом лечении гиперплазии предстательной железы занимает эмболизация артерий простаты? Есть такие исследования. Речь идет о том, что, более того, они отмечены, в общем-то, и в рекомендациях Европейской ассоциации, но как бы классификация их пока по тем результатам, которые есть, что это исследования, которые можно отнести пока к экспериментальным исследованиям. То есть это исследование и вид лечения, который требует еще больших доказательств, больших исследований и доказательств как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения безопасности. В нашей стране Александр Израильевич Неймарк, Дмитрий Геннадьевич Курбатов, как бы вот разные центры в Барнауле, в Москве проводили достаточно большую работу и продолжают эту работу. Их данные можно сравнить с результатами, которые, в общем-то, сопоставимы с международными. Сейчас есть публикации в Португалии, в Бразилии. Но, еще раз говорю, мировое пока сообщество к этому относится очень осторожно. Надо понять, кому это нужно, что это эксквизитные больные, которых нельзя оперировать, зачем это нужно, насколько это все-таки эффективно, потому что часть таких больных приходится оперировать, и у нас есть такой опыт после эмболизации. Ну и второй момент, насколько это все-таки безопасно у пожилого человека выполнять, скажем, зондирование артерий таза и проводить эмболизацию, тоже неизвестно, что из этой ситуации лучше.